Дюк Нюкинг, Манхэттен Проджект, вышел в 2022 году. Ребята, на PC? Да, играем на PC, ну а в 2010-м посетил Xbox 360, ну потом уже чуть позже на OS. Ну что, мы начинаем? Погнали! Да, старый добрый дядька Дюк. Нюка. К сожалению, пока-пока Дюк для всех погиб. Ну, не в прямом смысле этого слова герой, а как игровая франшиза, к сожалению, последний или, так сказать, крайний выход игры Duke Nukem Forever, увы, был провальным, очень провальным. Может быть, доживем до нового Дюка, где мы увидим действительно крутой проект. Но пока играем в классику, в ретро-классику, и этот Дюк был шикарный. Ну, на тот момент, конечно же. Бунч, это тот перевод. Обожаем Дюка. Дюк — это наше все. Дюк — это действительно мужик, который делает свое дело. Так, надо вспомнить. О, ох вы, засранцы. Так. Пригнулся. Так, чтобы... А, это прыжок. Окей. Ух ты. Что это? А то какая-то лестница или что это такое? А зачем? Так, подыхай. Магнум, какая классная вещь, ёпта. Ух ты, тихо, ты чё? Ты чё, дядька? О, он цепляется, это хорошо. Дядька цепляется. Так, куда нам сюда? Заглюзка. А что там было, интересно? О, бочечки. Бочечки. О, тут открылся проход. Вы нашли тайный секрет. Ребят. Я слышу ток. Опасно. Ой. Ой, ребят. Ой, это опасно. А, нажмите кнопочку, чтобы заглушить на время. Что это нам дало? Ну-ка, давайте спустимся. А, тут тайный этот. Тайный значок. О, смотри, опять они появились. Ах вы, уроды. О, заработало. Надо срочно нажать. А, нужно, значит, наверное, обратно теперь. Все. Лады. Так. А, говно. Говно что творит? А, видимо, это просто сюда, в этот мы забрались. Чтобы забрать эту тайную вещь. Подыхай. О, жизня, еще круче. Блин, Дюк Нюк, забытая вообще игровая франшиза. Я молчу о фильмах. Вообще, кто-нибудь вспомнит Дюка в фильмах когда-нибудь? Надо будет. Изучить тематику. А чем тебе ногой? Но! Свинья! Мы сейчас вернемся, подожди. Сейчас туда засранца. Ты радуйся, что я тебя свинцом не накормил. О, гранатки. А что это за таймер? А, это жизнь у нас просто. О, нифига, я на него просто прыгнул и все. Это была что, граната?
приколь. Это был приколь. Прикольно, 3D. Так, а как тут можно сменить? А, у нас, наверное, другого оружия пока нету. Ну, тут так нету. Ну, дают, главное, патроны на дробаш. На них можно... Своего убил, нифига себе, вот это прикол. А, прикольно. Тихо, еще раз. Хорош. Блин, Дюк всегда был классным дядькой. Мекин Пекин. Тихо. Сейчас я вам устрою Мекин Пекин. Свиньи. Так, дверь заперта. Какого ляда? О! Тихо, надо взять. И, детка. Мы сделали это. Ну, наконец-то. Теперь у нас... Теперь мы поиграем, мать ваш. Ох, какую. Надо же спасти сосочку эту. Ля какая. Ля какие сиськи, а? Третий размерчик. Малышка. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Мне так нельзя. Так нельзя. А, как бы, thank you, мы не обойдемся. Ну ладно. Так, а куда теперь? Вниз? Ой, хорош. I hate you. О, бочки, бочки, бочки. Сейчас мы взорвем. Да, тайный проходик. Вперед. Идет из песни. Так, ну чё, тёлочку мы спасли. Да подожди. А что это такое? Что у него упало с этого? А, ну сюда, вот, точно. Так, стоп, а у нее же был этот джет, почему он его не взял? Еще раз, пацаны. Ой. С самого начала, да? Прорвемся. Я слышу тебя, слышу. Ты кричишь help me, help me. Сейчас поможем. А, вон оно что. А что вот это за хрень? А, нужно трех спасти еще. Там открылась дверь. Лады.
Так, нужно спасти трех телочек. А вот и карта. Ушел. Ой. Вот это подставка. А мы даже и не знали. Ну что, как вам, ребята, 3D-шный? Дюк. Хорош, правда же? Буду проходить обязательно. Я не играл в эту... В этот подарок. Блин, поджегся. Подожди. Ползи. Блин, не там стал. Аккуратно. Ползи, нюк. Блин, я не на ту кнопку нажал, ты прикинь. Фак, теперь придется с самого начала. Потренируемся. Ага, все. Сейчас все будет. Ствол подпалил. Нормально так. Где это говно? Уползло? Вот она, тварь. Так, вот она, карта. Че, не выбить? Ну ладно. Так, ну тут вроде все, да, мы забрали. Так, теперь нам нужно... этих же тёлочек спасти. Причем всех. Ха. Так, а с этой все, да? Какие грудя. Ладно, сиськи. Потом встретимся. Нифига себе. Я совсем забыл про это. Ну что? Секреты 2 из 5. Еще нужно было 3 найти. Ну что, ребятки, это Дюк. Старый добрый Дюк в 3D только. Кто любит Дюка, ставьте лайки. Кто проходил Дюка, ставьте лайки. Кто любит Грэд? Будем тоже не против лайков. А пока подписывайтесь, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь. Также у нас есть Донат Алерт, второй канал. Яндекс.Зен называется. Будем там очень рады вас всех видеть. Блин, не оторвюсь от этой шикарной классики. И, конечно же, welcome back.